Добрый день, дорогие друзья! Представляем вам наши изделия. Я как обладатель многих и палаток, и шатров, у меня много всяких модификаций. Последнее в прошлом году было приобретено шатер Family T. Приобретен Космос 4 сезона. В данных шатрах не хватает органайзеров. Куда в шатре внутри сложить там, не знаю, там туалетную бумагу элементарно, вилки, ложки, одноразовые тарелки, чай, сахар, да все что угодно, телефон зарядное бросить. Не хватает данных органайзеров. В принципе, мы подумали, можно было бы, конечно, узкое, только для палаток, которые оборудованы, как говорится, хабами. Но мы пошли немного дальше, чтобы не делать узкие. В принципе, у меня Family T зимняя палатка, очень удобно. То есть мы цепляем за дуги вот такими карабинчиками, вот данными карабинами зацепились, все, он висит на дугах органайзер. Но не все имеют такие шатры, палатки. Ну, в основном шатры, это более к шатрам будет относиться. Хотя для зимней палатки идеально, для кубиков. Но если у вас шатер, допустим, по принципу Митек или Гринхилл, и не хватает дополнительных кармашков, что мы придумали? У них идут дуги перпендикулярные, то есть не угловые, а перпендикулярные дуги. Мы оборудовали липучкой. Мы просто вот так вот складываем. Здесь у нас будет проходить труба, дуга, которая поперечная. И все, вот он вот так вот висит без использования вот этих карабинчиков. Они, в принципе, и не мешаются при складывании. Вот видите, молния такая, такая. Раз, свернули, просунули, свернули, все. Вот он, органайзер висит. Пишите в комментариях, если что-то вам не понравилось, или наоборот, есть какие-то предложения, как его усовершенствовать. Ну, в принципе, это довольно бюджетный органайзер, то есть каждый его может купить и применять и в зимней палатке, если у вас кубик, и в летнем шатре. Всегда с собой закинули в чехольчик, он довольно компактно складывается, и он места много не занимает. Бросили его, взяли с собой на рыбалку, и вот всегда все мелочи будут на местах. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Удачи вам на рыбалках. Все, пока-пока.